Если у пацана была сыпь или что-то с циркуляцией... Черт! Прости, вспомнил, что опаздываю на семинар по управлению гневом. Мне нужна шлюха. Да ты вроде и сам справляешься. Вызовите охрану. Дать успокоительное? Нет, я в норме, спасибо. О, Господи! Тоже здесь отовариваетесь? Лучшие соски в Принстоне. Я сегодня сломал свой толчок. Схожу за инструментом. Верни на место. Он вряд ли хватится. Жаль, я не принял мое лекарство перед этой лекцией. Войдите. Это туалет. А, вот почему стул дырявый. Вы ничего не почувствуете, кроме ужасной боли. Ты просто расстроена, потому что она была с тобой, а думала про мой гигантский, несгибаемый диагностический дар. И значит... Придется удалить всю голову. Не бойтесь, больно не будет. Говори, зачем пришел Хаус? У меня законный врачебный повод. Гордись до пенсии. Но забыл какой. Не важно. Мое почтение, сэр. У моего брата, генерала, случилась медвежья болезнь. Кто-то из нас промахнулся с эпохой. Если я, то мне срочно нужен биржевой брокер и кто-то из семейства Кеннеди. Именно в таком порядке. Что я вижу? Не то, что ты думаешь. Это похоже на мытье посуды, но на самом деле это секс. Хаус? У тебя телефон сдох? Ты его заряжаешь? Телефоны заряжают? А я сдуру покупал новые. Нет, я умею хранить секреты. Я ведь никому не сказал, что Уилсон писается. Ой, проговорился. Хаус, что такое? Он не что, а кто. Они теперь даже голосовать могут. Да. Не вовремя? Где вы? У твоей подружки. Не обращай внимания на стон и скрип. Ты пошел по пути наименьшего сопротивления. Ты слабак. Не бойся, твой секрет умрет со мной. Эй, Уилсон, угадай, что сделал Форман. И оно привело меня в больничную аптеку. Отключите. Как вы объяснили фармацевту свой интерес? Я же просил никогда не беспокоить меня в суде. Воспоминания были ложными, мы зря поджарили ему мозг. Его болезнь все еще при нем. Мы сделали МРТ. В передней доле коры небольшая гипоперфузия. Что вы обнаружили, проверив аптечный журнал? Подождите, мистер Виккерс. Спасибо, ваша честь. И правда мешает. Классная трость. О чем это ты? Не представляю, какой извращенной логикой ты руководствовался, стреляя в труп. Выстрели я в живого, бумажной возни было бы больше. Тогда я вам тоже не скажу, что у нас супер. И что не супер. Пока не скажете, за что было спасибо. Приперла к стенке. Знаешь, чем шантажировать? Загнала меня в угол. Только ты забыла, что у меня остался один выход. Кэмерон.
Я тебя люблю. За результатом придешь завтра. Взял еще пару анализов. Все отрицательно, ее оперируют. Простите. Мне доктора на малюсенькую минутку. Крохотное одолжение. Сядьте. Встаньте. Твоя очередь. Зачем париться ставя на сайтах ограничения по возрасту, если нужно лишь кликнуть «Да, мне 18». Тут даже 17 лет не допрет. Поужинаем?